Мы на Никольской, рядом с Красной площадью. Говорят, что Никольская сейчас – это средоточие болельщицкого общества. То есть все болельщики всех команд идут сюда, смотрят футбол и отмечают игры. Вот это все светится. Все эти гирлянды. Сейчас слишком светло, чтобы понимать, что это светящиеся гирлянды. Но, тем не менее, огоньки видны. Онлайн, что ли? Трансляция онлайн с Никольской связана с Катаром. Бульвар Камергерский на экране.
Yeah, two people. I am from Australia and I love Russia. It's good. Он из Австралии и он любит Россию. Very good. Stop. Just a moment. Ну да. Один на все Никольское. Thank you.
маски, рисую. Хорваты в предвкушении завтрашнего финала. Thank you.
Yes. Это гум. Ну-ка прости, дай без русского танца, э? Эй, да, Россия, матушка, разгуляемся. Фигура первая. Когда-то Россия не снова не шит анимание, э? Танцуя на гулянье. Позитивным настроением. Всем хорошего самочувствия, хорошего настроения. Танцуйте движение «Жизнь». Всем большое спасибо. Приходите к нам танцевать. А для вас сегодня танцевали Наташенька, Леночка, Ксюшенька и Леночка. Ну и с вами был я, Александр Палкин. Всем большое спасибо, всем хорошего вечера. Пока-пока. Вам спасибо.